Арасының бәрі майда ғой. Кең майда. Әресем мұның. Прогнозы, что зима будет суровой, власти Кызылорды, похоже, не приняли во внимание. В городе не хватает угля. На окраинах, где продают его в мешках, цены в этом сезоне существенно подскочили. Если в прошлом году за мешок просили 700-800 тенге, то сейчас продают по 1000. Складтарда көмір жоқ. Көмір сатыбалардан сатып алып жатырық біз. Амалымыз жоқ, балашағаның қамышын не істейміз? Бір күнге жетеді бір қап көміріміз. Оның да сапасы жоқ. Не істейміз біз енді? Покупающие уголь кызылординцы жалуются, что приобретают кота в мешке. Качество топлива оставляет желать лучшего. В городском акимате говорят, что провели телефонные переговоры с поставщиками. Власти утверждают, что сезонная проблема с нехваткой угля может решиться через 2 года, после 100% газификации региона. Несін вагондан солтүстік аймаққа тиеп жатыр. Алайда біз сол кісілерден кейін бізге телет деп бізге телефон арқылы мәлімдеме берді. Ол көп ұзамай осы Қызылорда қаласында келет деген сұхбат берді бізге де. Заместитель начальника отдела энергетики жилищно-коммунального хозяйства области сообщил, что договоренности о поставках угля заключены до конца отопительного сезона. Выделено финансирование. Другие чиновники акимата не смогли точно сказать, когда уголь доставят в Кызылорду, признав, что с регулированием цен есть проблемы. Ранее сообщалось о нехватке угля в Астане, Актобе и ряде регионов на севере Казахстана. Нургуль Топаева, Онгар Саймасаев, Санат Нурбеков, Азаттык ТВ.